Добрый день, уважаемые друзья, с вами Дефит на кухне, добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы готовим намазку, которую любят и в Китае, и в Лаосе, и, конечно, в Украине, и особенно в Одессе. Мы готовим намазку из яиц. Посмотрите, что нам для этого нужно. Я уже отварил вкрутую яички, майонез, чеснок, все, соль, перец и больше ничего. Ребятки, сейчас почищу яички. Все это при вас сделаю и будем пробовать. Ребятки, начинаем. Смотрите, почистил наши отварные яички. Начинаю с чеснока. Пропуская чесночок 2 зубчика через мелкую чесночную судовилку. Вот так вот. Все, есть. Ребята, вот это все. Отправляю весь чеснок туда. А теперь беру терочку. Небольшую, среднюю, да, терочку. И очень медленно, не жестко, не надо, вух, и все, разлетится яйцо в хлам. Потихонечку начинаю натирать наше яичко. Ребята, вернусь, конечно, когда натру все три яйца. Ребята, посмотрите, чесночок я уже надавил, вы видали. Яичко натер на мелкую терочку. Отправляю майонезик, достаточно хорошее количество. Для вас, моей нелюбимой рукой. Как говорят боксеры, должны работать с любой стойки, профессионалы. Так и мы, повара, должны работать с любой позиции, с любой руки, даже не с удобной. Вот так все, забираю. Есть. Ребятки, соль, перец, конечно. Соль, перчик. Есть. И перемешиваю. О, посмотрите, какая красота уже получается. Ребятки, сейчас нарежу хлебушка белого, черного. И будем пробовать эту намазку яичную. Ой, смотрите. Уже крем. Крем и яйцо. Чесночный крем и яйцо. Вообще оригинальная обалденовская закуска под любое блюдо. Даже просто под мясо можно кушать ее на хлебушек. Все, ребята, пусть промаринуется. Хлеба нарежу и вернусь к вам. Ребятки, и намазка из яйца у нас уже почти что готова. Немножечко настаивается. И от меня короткий анекдот был. Или подсказка. Или вообще что-то. Ну, просто для вас. Жена в семье как переводчик. Она понимает и детский лепет, и пьяный бред. Ребятки, все, наша яичная намазка настоялась. Будем пробовать прямо на хлебушек. Берем, отламываем маленький кусочек хлебушка, ребятки. Вот так вот, черного. Давайте с черного начнем. Уберем эту. А не уберем, а съедим. И намажем. Как говорили наши деды, толстый-толстый кусочек сала. И тонкий-тонкий кусочек хлеба. Украинский сникерс. Вот так вот. Сделаем украинский сникерс, ребята. От души. Как вкусно. Посмотрите. Просто намазали на кусочек хлеба. Готово. Яичная намазка. Чесночок, яйцо, майонез. Все. Оригинальная закуска. Ребята, с черным хлебом это что-то. Не знаю, что с белым, но с черным это что-то. Беру кусочек белого. Черный так, знаете, кислинка дает. Немножечко, наверное, перебивает вот полный вкус. Беру белый. Опять же, наш украинский сникерс делаю. Вот он. Ну и пробуем на белом хлебе.
Я не знаю, но белый хлеб дает действительно оригинальный вкус яйца, майонеза, чеснока. Ну и очень сладкого белого хлеба как раз добавляет. Это что-то. Ребятки, с пальчиками, колокольчиками, с друзьями. Мы сами разберемся, и вы разберетесь. Люблю вас, целую, обнимаю. Я всегда с вами. До скорых встреч. С вами была Одессит на кухне. Пока, пока, друзья.